Всем привет, друзья, с вами канал Computer Service. В сегодняшнем видео очередной крафт. Вот на SSG 08 оранжевая филигрань, немного поношенная, и нового экза прямо с завода. Все-таки надеюсь на 20%, друзья, то, что SSG 08 оранжевая филигрань, немного поношенная, выпадет MP9 цветное стекло, MAC-10 красная филигрань, ново-оранжевая барокко. Все-таки я надеюсь на эти 20%, друзья. Кто разбирается в крафтах, контрактах, объясните, прав я или нет, друзья. Но все-таки 80% может выпасть вот это ново-экзо прямо с завода. Вот дальше по списку смотрите, может это всякая разная ерунда выпасть. P250, PP19, SSG553, TEC9. Вот, скорее всего, из этой категории это будет просто крах контракту, крафту. Это будет глубочайший минус, друзья. Но все, не будем долго тянуть, друзья, за этот крафт-контракт. Поставьте, пожалуйста, лукантроп, влепите, кому не трудно, друзья. Очень старался. Контракт примерно на 400 рублей. Вот новая экзо-коллекция гамма прямо с завода. Это 180 рублей. И оранжевая филигрань, друзья, она стоит 220 чем-то рублей. Вот, смотрите, давайте сейчас зайдем сюда, посмотрим. Вот, смотрите, вот. SSG 08 оранжевая филигрань, немного поношенная, 242 рубля стоит. И вот это у нас экзонова прямо с завода. Коллекция гамма, 23 рубля уже. Ну вот, друзья, не будем долго тянуть, погнали. Контракт обмена, друзья. Все стоит по новизне, ровно 10 штук. Давайте... Все прямо с завода использовать. Флот я уже посмотрел, ничего интересного по флоту здесь нет, друзья. Закинем сначала новые экзо все. Вот эти вот. Так, запись у нас идет. И закидываем SSG 08 филигрань. Опа, она встает на первое место, друзья. Согласен на обмен. Все готовы, друзья. Гробовая тишина, друзья. Раз, два, три. Ну и как это понимать? P90 воин дорог, коллекция гамма. Не знаю, друзья, даже радоваться или нет, если честно. Кто разбирается, тот уже в теме и в курсе. Кто-то там заорал, может быть, да-да, ура. Вот сейчас и полтора косаря я выиграю, друзья, или нет. Вот давайте посмотрим. Вот мне очень интересно, потому что я пробивал примерно после SSG, там все идут скины на полтора косаря. Ну, в зависимости, конечно, от качества, друзья. Воин дорог вот такой вот выпал. Так, продолжим, друзья. Ну вот интересно посмотреть, какое вот новое, да? Идет уже красненькое, видите, как бы это. Полосочка, видите, здесь красненькая, а здесь полосочка такая. Вот, ну интересно, смотрите. Прямо с завода, охренеть, друзья, пистолет, пулемет запрещено. Прямо с завода, охренеть! Блин, ну полтора косаря, интересно, купился, друзья, или нет. Гробовая тишина, друзья, продать на торговой площадке. Хуй бы полтора косаря, хуй бы полтора косаря. Инвертай, ну нормально, нормально так. Инвертай недоступен, так. Давайте еще раз продать на торговой площадке. Ну хуй бы полтора косаря, дай, Геб, дай, дай. Полтора косаря. 150 рублей. Как так-то? 143 рубля. Продано 6 штук. Интересно, сколько у меня стоят, друзья. 143 рубля, друзья. Это охренеть. Это просто охренеть, друзья. 143 рубля. Как это так? Я что-то вообще ничего не понял. Прямо с завода, главное. Да, друзья, контракт, конечно, не окупился. Вот смотрите. P90 воин дорог, MAC-10, так, я не пойму, это скорее всего это выпало с этой вот, с новой, друзья, это выпало с этой новой, друзья, новая экзо, вот она здесь есть, друзья, в этом списке это новая экзо есть. P90 не с того, где была вот эта вот, глубочайшем минусе, друзья. Ну ладно, черт с ним. Давайте поставим ее за спецназ и, как всегда, друзья, пробежимся без настроения, так сказать. Вот на какой чертовой карте. Погнали, друзья.
Все спасибо, друзья, кто смотрит, кто пишет комментарии, ставьте лайки, влепите луком троп. Очень старался. За последнее время на контракты потратил нереально много денег, друзья. Слил, так сказать, Гейбу, слил эти денежки. Вот, но заняться нечем, пилим контракты, крафты. Я надеюсь, кому-то было интересно смотреть, приятного просмотра, друзья. Так что вот так вот тоже смотрю иногда топовых блогеров. Вот, кто занимается такими вещами, Steam, Valve, контракты. Вот, и заразился, так сказать, тоже этой темой. Все-таки иду я, друзья, по пути как Dragon Lore. История о драконе. Хочу все-таки выбить его как-нибудь, попытаться. Но время пройдет, я научусь делать контракты. И все-таки я выбью этот Dragon Lore за 1,5 миллиона, грубо говоря, друзья. Ну вот, погнали. Так, я забыл, за кого я его поставил. За спецназ, по-моему, поставил. Так, где он у меня, пипи? Вот он у меня, PP90. Вот он, друзья, надо вот отойти посмотреть. 2 минуты до конца раунда, друзья. Бой насмерть. Такая карта. Ну, давайте с ножиком. С ножиком бегайте сюда. Опа. Вот, смотрите, друзья, вот такой вот он. Прямо с завода, друзья. На F нажимаем. Вот он прямо с завода, 153 рубля, но проще мне было продать SSG и купить его, еще деньги бы остались, но я вот решил напилить контракт и нифига ничего не получилось, друзья. Вот смотрите, еще на F нажимаю, вот такой P90 Voyager, прямо с завода, но почему он такой дешевый, непонятно. Ах ты, сука, ты смотри, че, ах ты, падла, падла, падла. Ладно, черт с ним. Фондро. Ах ты. Валера, блять. Ну, Валера, ты не прав, ни хрена. Сейчас я тебе, подожди, устрою. Валера. Так, где у нас тут Валера? Где он? Где ты, Валера? Выходи. Выходи, Валера. Сейчас я тебя, подожди. Ах ты, падла какая. Опять Валера? Нет, летучий какой-то. Какой-то летучий голландец, друзья. 45 секунд до конца раунда, друзья. Ах ты, как... дай дропа. Да пошел ты, знаешь, куда? О, ножичком. 32 секунды до конца раунда. Я хоть буду на первом этом месте. Не на первом, конечно, а ближе к первому месту. Ах ты, крыса какая, 23 секунды до конца раунда, друзья. Валера опять, ну падла, подожди, Валера. Сейчас я тебя, блядь, поймаю, Валера, блядь. Так, что там, Валера или кто там, блядь? Нет, не Валера, нихуя. Ах ты, падла, опять Валера, нет, дай дропа. Так, где он, так, где все, ищем Валеру, блядь, друзья. Так, я не туда пошел. Ну вот, на сегодня вот такой вот видос, друзья, вот, P90. Всем спасибо, друзья. Вот такой вот неудачный контракт, так сказать. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки. Всем спасибо, удачи, всего доброго, до свидания, пока.